Привет, воронежцы! Жаль, что в августе 31 день, а не 365. Но тем не менее, какой погодой встретят нас в выходные дни, сейчас расскажу. Субботний день обещает быть облачным. Температура днем составит плюс 34 градуса, ночью 21. В воскресенье по-прежнему небо будет затянуто облаками. Днем 34 градуса, ночью 23. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнал весь Воронеж? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Воронеж» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте, и узнавай подробности.